вот такая парилка сейчас. Что было до этого, ну, даже страшно было смотреть. Здесь произошел капитальный ремонт, начиная с замены крыши, перекрытия, усиления основных балок и кончая вот потолки, полностью парилки, все убиралось до кирпича, все сделано заново. Я думаю, что в течение месяца мы изготовим мебель и заменим оборудование в бассейне, и тогда баня откроется. Мы ездили вон куда, чуть не в морской, в Огурцово ездили, так вот, по частным баням, ну, это. А так, ну что это, ну, такой поселок, со шлюза ездят к нам, да, сюда в баню. А тут бах, закрыли. Как суббота, так я тут, как тут. Начнем париться, так душа в рай идет. С 2023 и в текущем 2024 году продолжаем ремонт муниципальных бань. Сейчас в банном хозяйстве «Сибирячка», это наше муниципальное учреждение, муниципально-бюджетное учреждение, находится 4 муниципальных бани. Вот как раз баня номер 22, в которой сейчас завершается ремонт, который мы видели. А это как раз яркий пример того, как муниципалитет восстанавливает муниципальное имущество без привлечения каких-либо инвестиций, значит, за счет бюджета города Новосибирска. Эта услуга для жителей города Новосибирска, она очень востребована на самом деле, потому что в нашем банном, это, еще раз повторюсь, муниципальное учреждение, и расценки, они совершенно не такие, как коммерческих бани. В четвертом квартале до Нового года весь банный комплекс БХ «Сибирячка» заработает в полном объеме. Баня номер 36, это Ленинский район по улице Петропавловская. Баня номер 19, Бодрость, это Первомайский район. А баня номер 26, это Калининский район по улице Чекалина. И баня номер 22, это Советский район, улица Смоленская.